какая цацка в натуре. Блин, вот сейчас пацанчиком я поеду. Я уверен, что мою тачку оценят. Уже на WhatsApp-ик позвонил кенту. Короче, сейчас поеду. Уже так я рад. Так я хотел долго эту приору. Ой, какая машина. Ну просто загляденье. Вот мне действительно повезло, что я купил именно эту. Да, она была уже в ДТП. Ее перекрашивали, чуть-чуть цвет меняется. Но это ничего. Это ничего не значит, потому что она все равно просто максимально топовая. Ой, как же я люблю эту машину. И еще номера такие выпали. Прям сочные, сочные, как пирожки утренние. Вот это я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, что за агрегат, что за турбопушечная машина у меня. И туманки новые, и дневные ходовые огни. Ну просто сказка. А как аварийка работает. Прям такие леды мощные поставил. Ой, приор как класс. Я даже не хочу ее, честно говоря, тонировать. Мне, что мне скрывать? Мне вообще скрывать нечего. Мне кажется, уже вот это вот на тонировку мода давно прошла. И вот такие тачки намного прикольнее смотрятся. Вот именно этой тачке, я вот уверен, что ей точно, да не нужны никакие тонировки, ни что-то еще. Она вот так просто идеально смотрится. Просто ничего лишнего. Просто вообще ничего. Только эстетика и только тачка, которая заслуживает к себе отдельного внимания. И все. Я так уже хочу к кенту поехать. И вот прям по газам сейчас дать пооперить на ней. Вот прям посуетиться. Ой-ой-ой, по красоте вот так. Просто вот газку вот так прибавить чуть-чуть. Вот так навести суету. Ох, сейчас будем мутить. Сейчас вот сначала вот это вот автобус какой-то проеду. Блин, хотя красный. Эх, нельзя на красный ехать, потому что, ну, потом у меня будут штрафы, а я что, платить хочу эти штрафы? Да зачем оно мне нужно? Эх, не хочу, я лучше вот так погазую чисто. Опа. Все, подождал 10 секунд и поехал. Какая разница? Все, стартанули и начали ездить. Ой-ой-ой, как же она едет. Что за тачка? Что за моя мама? Машинка. Моя вообще любимая тачка. Ну почти все, надо осталось до города, из города выехать. Да и мы уже будем сейчас в шоколаде просто. Вот сейчас чисто вот этот автобус обгоним. Чисто. Куда ты на красный поехал? Ты че? Чисто пацан на штраф работает. Я не знаю зачем. Ничего, я ж не тороплюсь. Мой друг меня подождет 100%. И все будет четко, все, зеленый загорелся. Поехали, по красоте. Сейчас будем суетиться. Вон там впереди сейчас автобус этот обгоню. Вообще без проблем. Тем более, что это, проблема какая-то, что ли, сейчас этот автобус обогнать? Да вообще, без проблем, я сейчас разгонюсь на своей топовой приорке и смогу еще действительно суету навести огромную. А я уже почти догнал, а кто думал, что какой-то... это что? Ой-ой-ой-ой-ой, блин, опасно-то ездить так. Вот это я не ожидал, что такое может произойти. Ну ладно, пора просто обгонять эту автобус. А что это такое? Сопротивление. Ой-ой-ой-ой, я чуть не подрезал автобус. Что произошло? Вот это я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так нельзя ездить, опасно. Нет. Ё-моё, я походу сделал. Нет. Что произошло? Нет, опять, да что происходит с этой тачкой? Я просто с одного... Что происходит? Как будто она... Тормоза, нет. Нет, все, походу я доездился, доездил эту приору окончательно. Что я с ней натворил? Еще сейчас дневник. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это да. Я что-то не думал, что такое может произойти с этой тачкой, но я походу просто разбил максимально, причем конкретно ее. Да, походу, что-то будет с тачкой не так. Так, она уже не заводится. Нужно посмотреть, что у нее под капотом сейчас будет. Мне кажется, что там что-то жесткое. Блин, я не ожидал, что такое будет, но... Так, пока что ничего еще нету. Но какие-то жесткие звуки появились. О, нет. Она уже дымится. Она уже просто... Что?
что с ней произошло? Я же вроде покупал тачку, которая целая, но у нее реально что-то с управлением, потому что у меня скорость просто посреди дороги начинает пропадать, а после чего... Как будто руль перестает меня слушаться, и я вроде бы хочу заруливать, но по итогу что-то происходит максимально странное. И сейчас, походу, с этой приорой что-то точно не так. Я не ожидал, что такое может произойти, но походу она поломалась. Я не ожидал, что эта авария случится под утро и прям где-то на трассе. Но с моим двигателем что-то действительно произошло не так, потому что теперь оттуда просто валит максимально дым, и меня эта ситуация очень сильно пугает. Потому что, блин, до этого с тачкой никаких проблем не было, сейчас я вижу это. Надо как-то с этой ситуацией выруливать. Я вижу, что тут большое скопление людей. Я не знаю, смогу ли я там починить автомобиль, потому что, походу, придется быстренько продавать ее. Я не ожидал. А мне говорили, друзья, что, блин, не надо покупать битую, восстановленную. Но я хотел просто сэкономить деньги и просто хотел уже кататься на тачке. Но не знал, что может произойти именно так. Блин, вот и говорится, вот скупой платит дважды, по итогу сейчас придется эту продать и все-таки доплачивать на какую-нибудь уже гранту, которая хотя бы там не билась, там не из-под такси, но это просто жесть. Что с этой приорой? Мне вообще стыдно туда ехать, я вижу там большое скопление людей, кто-то вон на таких вот машинах каких-то ретро ездит, кто-то на бэхе, а я просто на разбитой приоре. Отлично, и тут, да, отлично, просто отлично. Тут вон у кого-то камри, гелики, всякие крутые машины. А я на разбитой приоре, и, честно говоря, это просто жесть. Надо ее просто будет сейчас продать, потому что это на самом деле вообще не очень круто. Вообще не очень круто. Я считаю, что ремонт 50%, 6 тысяч. Окей, ладно, все, починили. И походу надо кому-нибудь продать из этих людей эту машину. Я так ездить, честно говоря, не хочу. Что-то если с тачкой уже есть проблемы, если ее ударили и она так дымится, то лучше, конечно, просто ее избавиться. Поэтому, блин, может быть, кому-нибудь ее продать сейчас. Поэтому я не знаю, ребят, может быть вы... Опа, вот отлично. Вот что-то с этой тачкой просто не так. Меня еще тут, походу, врезались, я ничего не пойму. Но, ребята, если что, я играю на 7-м серваке. Заходите обязательно на МТА провинцию и помогите мне выбрать другую тачку. Может, кто-то разбирается среди вас. Поэтому, если что, я ссылочку на игру оставлю в описании. Вы перейдете, скачаете и действительно кайфанете, потому что тут очень круто, много игроков, много тачек. И просто главное покупать качественную тачку и проверять ее перед тем, как купить. Поэтому, если что, чтобы сразу же получить денег на новую тачку, для этого нужно будет нажать на буковку М на клавиатуре. У вас откроется меню, статистика и вот прочее вот это. Далее отсюда переходите в раздел «Реферальная система». И вот тут в появившемся окне вам нужно будет ввести мой промокод «Личит». Топ. То есть вот этот промокодик надо ввести во вкладку «Активировать промокод». И все, вы с легкостью получите крутой и очень интересный бонус. Поэтому, ребята, ну я прошу вас, пожалуйста, так надо сделать. И помогите подсказать, какую тачку лучше купить, потому что с этой какие-то проблемки.